Казанский университет продолжает налаживать сотрудничество с разными вузами по всему миру. На сегодняшний день КФУ пользуется особой популярностью в Китае. Именно поэтому смог вызвать неподдельный интерес у второго Пекинского университета иностранных языков. Целью визита представителей страны Поднебесной стало не только ознакомление со старейшим вузом России, но и подписание договора сотрудничества с КФУ. На основе этого договора будет возможно многое. Например, осуществить программу обмена студентами и преподавателями, а после получить двойной диплом магистратуры. Стоит отметить, что к данному проекту университеты шли достаточно долго. Направить работу двух вузов в нужное русло помогли позитивные отклики иностранных студентов. И теперь можно не сомневаться, что направление синхронного перевода будет динамично развиваться одновременно во втором Пекинском университете иностранных языков и в Казанском федеральном университете, что наверняка привлечет еще больше молодых языковедов по всему миру. Адель Шамилова, Андрей Багаудинов, Универньюз.